Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тухэмп, и видеообзор вот двух таких вот переходников для накачки лодок ПВХ, вот, и других аксессуаров из ПВХ, которые требуют таких усилий, как надувание, вот. И сегодня хотелось бы потестить их, они переходники на автомобильный компрессор, то есть сюда подключаем компрессор и накачиваем лодку. Ну вот. Мне, в принципе, было интересно только одна вещь. Хватит ли этих переходников, их мощности, вот этой термоусадки, чтобы накачать лодку. Вот. И до какого давления. Ну вот. То есть я сейчас два этих переходника подгоню под свою лодку. Ну, то есть методом подкладывания прокладок и всего остального. Ну вот, и после чего продолжу видео. Ну вот, и накачивать мы будем все это дело. Конечно, автомобильный насос слишком долго. Я взял небольшой компрессорик, стоял у меня. Ну вот, и при помощи его посмотрим, насколько у нас вот эти вот переходники вот, потянут все это дело. Поехали. Ну, будем тестить первый переходник, который идет без вот таких вот прокладочек. Вот, я точнее отсюда одну прокладочку взял, и мне, в принципе, клапан подошел. Вот, клапан не открывал, поэтому небольшая нагрузка будет больше на компрессор. Вот. Попробуем сейчас накачать один баллон. Открою все-таки клапан. Сейчас будет шуметь компрессор, вы не обращайте внимания. Паузу, чтобы можно было без звука компрессора финишную часть, как говорится, баллон докачать и уже увидеть эффект и насколько это у нас все действенно работает или не работает. Сейчас немножко приближу. Компрессор 6 атмосфер выходит. Ну все, баллон накачан. Смотрите, набой. Естественно, тут никакой атмосферы нет, ничего, но по крайней мере на такой лодке уже не страшно плыть. Поэтому могу сказать, что эта система работает и, в принципе, выдерживает то, что ей необходимо. Сейчас дальше будут остальные баллоны, буду накачивать со второго переходника, подберу также на него все эти самые прокладочки, подберу. Вот. И могу сказать то, что эти переходники я проверил лично, они работают и действуют. Почему я меняю эти прокладки, переставляю туда-сюда, потому что у всех, большинства лодок прокладки эти все, точнее, переходники вот эти, они все настолько разные, точнее, клапана, вот, и переходники у всех свои. Здесь даже, если посмотреть, здесь вот у этого переходника, вот, это браузский переходник, вот, у него есть вот такая вот, как видите, внутри такой вот винтик внутри, ну, который позволит нажать, и у вас будет открытый клапан. То есть проще и быстрее будет накачка происходить.
тест, грубо говоря, пройден. Вот, могу сказать, что два этих переходника имеют место быть в арсенале лодочника, владельца лодок. Вот, поэтому здесь и термоусадка идет. Это не простая термоусадка, она прорезиненная, достаточно жесткая. Вот, естественно, это все немножко играет. Вот, но, по крайней мере, воздух не спускает. И достаточно для того, чтобы накачать лодку до барабанного звона, как говорится. Вот. Поэтому, если интересуют такие переходники, можете оставлять у нас заявку на сайте. Да, хотел сказать, многие пишут, что я там, не знаю, в рваных штанах, грязными руками работаю, извиняюсь, потому что постоянно в производстве, вот, где-то у себя далеко в глубинке, вот, то картошку копаем, то в цеху работаю, поэтому уж извините за мой внешний вид на время съемки видео. Вот, не всегда есть время состыковать эти две такие вещи. В общем, два вот таких приходника. Они есть у нас на сайте. Можете оставлять заявочку прямо сейчас. Ссылочку найдете в конце видео. Вот, понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, что нравится, не нравится. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.